Акция по сбору средств для тигрицы глюкозы завершится уже 4 марта. Ивановцы очень активно участвовали в акции помощи ослепшей хищнице. За месяц с небольшим было собрано более 345 тысяч рублей. Это даже больше необходимой для операции суммы. Замену хрусталика глюкозе проведут уже летом. С Москвой, с врачами мы все обговорили. Тех средств, которые мы собрали, я думаю, будет достаточно. Могу всех граждан заверить, потому что звонков много, пишут на наш сайт много. Все деньги будут потрачены конкретно на лечение животного. Но если какая-то сумма останется, они все равно пойдут на реабилитационный период тигрицы. Но и если все равно какая-то часть останется, на деньги будут просто куплены медицинские препараты.